Всем привет! Сегодня участвуем в Липецком триатлоне на Зеленом острове. Получили вот такой вот пакет стартовый. Сейчас покажу, что внутри пакета, что нам выдали. У меня сын участвует в дистанции для детей 500 метров от 4 до 8 лет. Так, что же деткам выдают на эту дистанцию? Так, фитнес-хлебцы. Видимо, на завтрак или перекусить перед забегом. Рекламка. Тербунский рубеж. Так, что у нас еще есть? А еще одна рекламка тоже о забегах, только на Кудыкиной горе, предстоящих забегах. Они, так даже не пойму, в октябре месяце, в конце октября будет проходить. Потом, это самое важное, стартовый номер. Тут необходимо будет прикрепить его. Ну и написано даже, как это сделать. Мы первый раз участвуем, надо будет почитать, как все сделать аккуратно. Еще в подарок идет вот такой вот карандашик. Ель голубая написано, растущий карандаш. Не знаю, в чем фишка, но смотрится интересно. А, вон, его можно немножечко поливать, и он даже вырастет. Прикольно. Так, сувенир, так сказать, на память. Это у нас каша овсяная. Прекрасный завтрак. Не знаю, будет ли мой сын на завтрак это, но нам подарили. Еще сегодня же на этом Зеленом острове будет фестиваль. Джаз на Зеленом острове. Вот такое приглашение. Не знаю, дает ли это бесплатный проход. Так написано, проход 500 рублей. Вообще, мало представляю, как это будет все разграничено, потому что там и триатлон, и просто старт, и еще и фестиваль. Так, и еще кое-что в пакете нашем стартовом. Это вот такая вот липецкая росинка. Водичку делает с яблочным соком. Я думаю, вкусная. Хотя я люблю больше с вишневым. Вот и все, я распаковала. Это наш стартовый набор перед забегом детей от 4 до 8 лет. Оказывается, кое-что забыла на дне пакетика. Вот такой вот классный батончик шоколадный. Это, наверное, самая прикольная штучка для ребенка. Вот такой, оказывается, набор, чуть расширенный. И полезная информация от Russia Running.